Всем привет! Вы на канале Мехамозг. Меня зовут Евгений. Друзья мои, в одном из недавних видео про навесной замок использовал я вот такой вот инструмент. Вы в комментариях спрашивали, что это такое. Это трехгранный шабер. Использую я его для снятия фасок и заусенцев. Вот он у меня уже довольно коротенький. Я его уже не раз перетачивал и решил его заменить. То есть буду делать новый. Как правило, делают их из трехгранных напильников, но я делаю из мечиков. Покажу сегодня, как это я делаю. И по изготовлению покажу, как его применять, как использовать. Ну а сперва распаковка подарков от подписчиков. В этот раз пришло аж 3 посылки. Итак, буду вскрывать сейчас по порядку. Вот это прислал Владимир из Новокубанска, Краснодарского края. Шабером буду вскрывать. Так, ну я-то знаю, конечно, что здесь. Вещь очень тяжелая. Я думаю, многие уже начали догадываться, что это. Гидрораспределитель. Если я не ошибаюсь, это R100, по-моему. Ну что ж, теперь пресс. Пресс у нас, я надеюсь, все скоро заработает. Насос есть. Крепление под фильтр есть. Гидрораспределитель есть. Будем работать, будем собирать. Спасибо, Владимир. Очень рад. Так, вторая посылочка от Романа из города Аксай Ростовской области. Земляк, уже не раз созванивались. Вскрываем. Оп. Диолт. У меня тоже такая болгарка. Ох, можно, а сколько много? Обалдеть. Ради интереса. На 3 фрезочки, а? Ну, 4-перая фрезочка на 3. Прелесть. Не, ну как бы у меня опыт присутствует, но вот с такими, такие фрезы я первый раз в руках держу. Надо будет еще помониторить, для чего они. Ну что я могу сказать? Я весьма рад вот этим фрезочкам. И концевым, и тем. Но концевым в большей степени. У меня с концевыми напряженка фрезами, честное слово. А это прям вообще прелесть. Нульсовые. Да. Ну что, я честное слово, очень даже рад. Спасибо, Роман. Спасибо, земляк. Угодил. Так, это посылка а Дмитрия из города Суворов Тульской области. Еще концевые фрезы. Даже R18. Спасибо большое, Дмитрий. Ну, лично для меня фрез много не бывает. Ну, теперь я вдвойне счастливее стал. Что хочу сказать. Мой фрезерный станок школьник очень маленький. Всех своих, как говорится, возможностей на нем показать я не могу. ВФГ нет, но... Теперь, как говорится, без вариантов, надо покупать станок фрезерный.
помощнее и показывать что-нибудь интересное. Друзья мои, большое вам спасибо за то, что помогаете моему каналу, лично мне. Спасибо, друзья. Итак, что я делаю? Вот 19-й шестигранник. Шестигранник для того, чтобы рука как бы не проскальзывала. Засверливаюсь. Тут 12, засверлюсь, наверное, на 11. Потом проточу мечик и плотно туда его запрессую. Насколько получится. Отрежу небольшой кусочек и уже сделаю с него трехгранный шабер на наждаке. А в этом плане вот такой мечик на три режущие кромки лучше всего подходит. Есть на что ориентироваться. Ну что ж, приступим. Итак, вот что получилось. Вот такой вот жабер на гарпун похожий. Я резьбу до конца стачивать не стал. Мне так больше нравится, он так красивей. Для чего он нужен? Ну вот можно видеть, я постарался, чтобы фаска здесь побольше была. Заусенец побольше был. Но мог бы я это и на токарном станке снять, но если болгаркой отрезал, там тоже заусенец. А вдруг там электрический кабель какой-то внутри должен проходить. И вот в этом плане он как бы очень даже помогает. Вот получилась целая фаска, гляньте. И без токарного станка можно управиться. Обращаю внимание, друзья мои, ну с этим инструментом надо быть аккуратным. Почему? Потому что вот я с нагрузкой давлю на него, а бывает, что он выскальзывает и проходит по руке. Как бы у токарей, которых я знал, да и я сам, такое случалось, когда, во-первых, он очень острый и с усилием, и можно разрезать вплоть до кости. Вот как-то так. Ну, я думаю, здесь это все понятно. После сверления тоже заусенцы остаются. После болгарки. Если труба согнутая, нет возможности там в токарный станок его установить. Сейчас покажу, как на токарном станке работать. Так, кусочек трехчетвертной трубы с заусенцем. Я думаю, что охрана труда такой способ вряд ли бы одобрила. Но вот сейчас покажу. На что хочу обратить внимание, вот у меня под локтем лицедержка, это у меня точка опоры. Просто на весу нельзя из этого. Ничего хорошего не выйдет, надо на что-нибудь обязательно опираться. И умеренные обороты.
Опять же, под определенным углом ставим шабер. Вот я фасочку сделал побольше, но тут мешает сварной шов, по нём удар идет. А, можно было и резцом, можно было и выставить сверло, там фасочку снять, какой-нибудь зенкер. Но когда вот таких штук надо 100 штук, допустим, сделать, ну вот не знаю, для чего там на кабель одевается, что вот именно таких надо там 100 штук. И вот такой способ, он довольно сильно ускоряет рабочий процесс. Но не самый безопасный способ, но выручал не раз. Но с этим шабером, я думаю, все понятно. Каждый сам для себя решает, использовать его или нет. Вещь небезопасная, но болгарка тоже небезопасная, но необходимая. Чтоб видео не было таким скучным, что я решил сделать, какую теорию проверить. Эксперимент. Взять вот кусочек трехчетверной трубы. У меня вот целая банка с победитовыми напайками, довольно крупными. Выбрать какую-нибудь вот такую напайку, закинуть вовнутрь и залить латунью. Ну и попытаться вытащить что-то вот подобное. Посмотрим, что из этого выйдет. Итак, получился вот такой вот, условно сказать, шабер. Идея, конечно, не самая лучшая. Во-первых, его один раз уронил и все ему. Трубочка тоненькая, протекая, вот оно застывает, не протекло вот сюда. Но зато видно, какая напайка. По длине и по форме. Попробуем, как она будет резать. Ну что я хочу сказать, в принципе режет-то он как рапитовый, но как из быстрореза. Ну, конечно, по долговечности я не знаю, что он будет скалываться. Никому не советую его повторять, чисто это эксперимент был. Потому что это трудоемкий процесс, вот это все перетачивать. Вот такая вот штуковина. Что еще хотел сказать? Хотел попросить извинения за рекламу, точнее за ее отсутствие на моем канале. Спрашивал я у вас, друзья мои, совета насчет выкладывать, не выкладывать прямую рекламу на моем канале. Оказалось, не так это просто. Еще в прошлом видео про шары должна была быть мобильная игра, реклама мобильной игры. Все было договорено. Согласовано, но я отказался в последний момент. Почему? Потому что надо было мне убедить зрителей в том, что я играю довольно плотно и уже давно, и мне это нравится, и я всем рекомендую следовать моему примеру, хотя на самом деле-то я не играю. Я последний раз, не знаю, в компьютерные игры лет 10 назад играл, мне просто некогда. И веду, наверное, войну, которую не смогу победить со своими сыновьями насчет этих мобильников, насчет компьютеров. Ну вот, короче, не смог я через себя переступить, так что прошу прощения. Как-то так. Ну попробую, может, еще что-нибудь, какие-нибудь там инструменты получится рекламировать. Ну пока что так. Что еще хотел бы сказать? Вот сегодня я посылки распаковывал. Спасибо, друзья, что шлете мне инструмент. Едет ко мне еще один подарок, посылка из Москвы, весит она 1600 килограмм, я думаю,
Надеюсь, в следующем видео распакуем, как раз видео будет посвящено этому. Ну что ж, я надеюсь, видео было для вас полезным. Кому понравилось, не забудьте поставить лайк. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. Все только начинается, друзья мои. Впереди еще много интересного. Всем творческих успехов, до новых встреч.